Сотрудники лесоохраны выезжают в рейд каждый день, патрулируют порядка 60 маршрутов, это только в Тюменском районе. А в день инспектируют территорию протяженностью около 100 километров. Особое внимание уделяют зонам заготовки леса и местам, где в прошлом были пожары. Наблюдаем, чтобы заново все не возникло, потому что с прошлых лет даже где-то он может заглубиться куда-то в торф, потихонечку ждать своего времени, поэтому в таких местах запускаем все равно квадрокоптеры. Валежник образовывается после пожара, граждане заново могут идти валежник собирать. Сейчас, как известно, запрещено посещение лесов гражданами. На майских праздниках меры противопожарной безопасности усилят, в лесоохране увеличат количество патрулей.